Традиционный православный праздник «Свет рождественской звезды» состоялся во Дворце культуры Яуза. Главным его событием стала церемония награждения победителей, призеров и лауреатов окружного конкурса детского творчества «Рождественские кружева», который прошел в декабре прошлого года. Участники получили почетные грамоты и подарки от Мытищинского благочиния, а творческие и спортивные коллективы округа подготовили большую концертную программу. Мы всегда, когда собираемся в этом зале в эти замечательные дни, мы всегда говорим о том, что самое главное для всех здесь сидящих в этом зале – это мир, добро, любовь. Это самые главные заповеди. В завершении праздника всех участников ждал сюрприз – сладкие подарки.